Всем здорово. Такой вот снаряд. Это называется орех. Имитация грецкого орешка. Антону огромное спасибо за этот снаряд замечательный. В принципе, к хватам я как бы увлекаюсь. И всякие такие штуки мне очень интересны. Конечно, все время не хватает, поэтому на хват сейчас прям вообще, я не знаю, 10%, наверное, тренировки расходуются. Но тем не менее, новый снаряд всегда интересен. Конечно, здесь должна быть ограничительная пластина. Вот, весы у меня не работают, надо батарейку менять. Здесь 4 блина по 5 килограмм. То есть 20 килограмм, ну плюс еще конструкция, где-то 22,5. Ну, будем считать, что 20 килограмм здесь точно есть. Если по блинам. Ну, сейчас попробуем поднять. Поднимать буду вот так. Есть несколько видов хвата, или 3. Как можно держать орех. Ну, мне вот такой вроде бы пока что больше всего нравится. Попробуем левую руку. Блин, я 10-то еле отрывал сначала. Яблоки. Молодящие плоти кости. Яблоки молодильные. Левый, кстати, даже было легче сейчас. Ну вот, в принципе, первая такая неплохая попытка. Он такой весь рельефный, поэтому сильно давит на пальцы. Ну, короче, прикольно. В принципе, я могу чем-то сравнить это со стабом. Но только это такой охуевший стаб, короче, я не знаю, как назвать, но просто хват похожий. Не знаю, какие там рекорды на нем считаются крутыми, тем более, как бы, надо вес еще учитывать свой собственный. В общем, Антон, тебе спасибо большое за подгон. Крутой орех. Буду с ним пробовать улучшать результат. Все, всем пока. Добавил еще один блинчик. Вот, 2,5. 22,5. Это чисто по блинам. Левый лучше. Правый не могу захватиться нормально. Еще поднимают вот такими макарами. Логан лифт, блять. Логан лифт орех. Ну, кстати, логан лифт, наверное, можно попробовать и побольше, да, нагрузить. Тем более здесь я даже не магнезил ничего. Ладно, посмотрим.